Все самое вкусное. Так можно охарактеризовать новую книгу о кухне Тверской области известной журналистки и телеведущей Ники Ганич, которую она представила прессе и коллегам. Теперь и у Верхневолжья есть свой кулинарный гид. Таким образом, наш регион встал в один ряд с обеими столицами, про которые уже были выпущены аналогичные издания. Гастрономический путеводитель по Тверской области – это 45 рецептов и 75 кафе и ресторанов Верхневолжья. Для того, чтобы выбрать лучшее, Ники Ганч и ее команде пришлось лично объехать огромное количество точек общепита, перепробовав самые разные блюда. Я попробовала и чурык, и накрепку, и щуку на жбене, и всевозможные эти вещи. Мне понравилось, как чурык переделали в одном из ресторанов, очень по-современному приготовили. Мне понравились еще кокорки тверские в тверских ресторанах. Мне понравились калитки манерные. В издании отдельно отмечены 10 лучших десертов Верхневолжья. Места, где подают самые вкусные завтраки. Авторов наиболее оригинальных блюд наградили во время презентации гида. Сергея Виноградова отметили за необычный пряник, который он готовит для гостей своего торжокского ресторана. Так называемый новаторский пряник, приготовленный по историческому рецепту. Вот, нашли мы его в переписке дворян Бакуниных. Ну, естественно, ингредиенты все натуральные, доступные. Мы используем мед, специи, корицу, мука. Мука используется ржаная. Власти Тверской области полностью поддерживают идею создания кулинарного гида о кухне нашего региона. При этом особенно отмечается, что издание будет интересно не только туристам, но и местным жителям, которые смогут что-нибудь приготовить по тому или иному рецепту. Тем более такой запрос уже имеется. Мы узнаем от школьников о том, что им интересно приготовить дома с мамой в субботу пожарскую котлету или испечь с бабушкой в воскресенье слойки вульфа. Поэтому, конечно, для гостей и, безусловно, для местных жителей. Гости и местные жители смогут приобрести кулинарный гид уже в самое ближайшее время. В первую очередь издание будет распространяться через крупные книжные магазины и онлайн-гипермаркеты.